Мне конкретно не мешают, но за ребенка боюсь, потому что ребенок подрастает, а собаки все-таки могут агрессию проявлять. Они действительно гуляют и порой агрессивные. Однажды, например, меня сильно очень напугали. Кинулись, со мной был молодой человек, меня героически защитил, конечно, но это страшно и опасно. А что с этим можно сделать? В теории хотелось бы, конечно, приюты, чипирование, там, кастрирование, чтобы эта, ну, проблема не росла в геометрической прогрессии. Всех собак надо в определенное учебное учреждение отправить. То есть, чтобы они становились собаками-спасателями. Нужно делать дома для собак. Или маленький. Есть детский дом. Нужно какой-то дом для собак тоже. Есть мнение, что собак нужно усыплять бездомных, которые не могут найти хозяина. Как вы к этому относитесь? Ну, это такой вопрос, конечно, очень сложный. Отношусь к этому негативно, но если собаки проявляют агрессию и их огромная популяция, то, к сожалению, наверное, это будет единственная мера. Если собака очень стара, если собака больна и не подлежит тому, чтобы ее вылечить, это будет, пожалуй, наверное, самое гуманное, чем она будет бездомная, ходить, болеть и бродить. Если животное абсолютно здорово, то, по-моему, это, ну... Но так же, как с людьми. Почему, когда у нас есть люди без определенного места жительства, они не подлежат усыплению? Ну, как бы, блин, давайте так тогда рассуждать максимально критично.